Здравствуйте. Нет. Почему вы здесь автомобиль поставили? А почему вы здесь стоите? Почему мы здесь стоим? Да, вы что, начали патрулировать на трассах? Конечно. Стационарно стоите? Уберите автомобиль отсюда. Я говорю, вы стационарно на трассах стали стоять или что? Инспектор. Водитель, нарушаете правила дорожного движения, а именно выехали на полосу для встречного движения, при этом пересекли сплошную полосу. Почему? Сплошную полосу я не пересекал. Не пересекали. Они сейчас... На подъеме. Mm-hmm. Это не встречное движение было. Как это не встречное? На правой стороне встречное движение. Как оно может быть встречное движение? Объясните. Да это разводяги обычно, вы не обращайте внимания. Товарищ офицер. Что вы говорите? На подъеме. Это пунктирная линия, пунктирная. Я уже вышел. Да, я не пересекал, извините. А для чего сейчас это пунктирная, вернемся, а для чего это пунктирная линия предусмотрена, вы знаете? Слушайте, а есть зафиксировано? Я просто ехал, я же тоже видел. Мужчина, пожалуйста, не мешайте мне общаться с человеком. Что вы говорите? Я говорю, да. Я свидетель, я специально свидетель, остановился. Хорошо, да. Уберите транспортное средство в проезжей части. Давайте начнем по поводу доказов. Это, смотрите, на подъеме, это на подъеме полоса. Ну, конечно. Фото, видеофиксация показывает. Отойдите, пожалуйста, я не собираюсь никуда мне. Отходить вообще. Я вас прошу, раз, два, три. Да я никуда не собираюсь ходить. Что вы должны будете, что? Отойдите, пожалуйста, не мешайте мне общаться да с человеком. Я не мешаю, сейчас я говорю, придет время, что сейчас я придет свидетель, время, я с вами тоже... пообщаюсь. Мы вас опросим. Дай, пожалуйста, бланк, пускай человек напишет. Для начала, пожалуйста, будьте любезны, значок свой. Лейтенант полиции. Да чтобы мы видели, что вы полицейский. Владислав Сергеевич. Владислав Сергеевич, будьте любезны, вот так сделайте красиво. Водителю видеофиксацию. Правонарушение, если она есть. А вы думаете, она должна быть? А если ее нет, и что? Если ее нет, вы желаете счастливого пути, извиняйтесь. Да что вы такое говорите? То, что вы слышите? Учите, пожалуйста, законы, и все будет нормально. Что вы говорите? Конечно. Бурко, будьте любезны, во-первых, отдайте ему документы в руки. Человек не предъявил. Да. Если... Отдайте документы. Это человек любезны. Мне скажет, если он не против, отдайте, чтобы я их поддержал. Документы, говорит, покажите видеофиксацию. А кто вы такой, уважаемый? Я свидетель. Вы свидетель? Да, пожалуйста, стойте, ждите, я вам что дадут банк пояснения. Что вы говорите? Я в том числе имею право устные заявления вам заявлять. Конечно, будут. Поэтому если будет дело рассматриваться, сейчас дело если рассматривается. Сейчас будут доказы, сейчас дело рассматривается. Будет, конечно, сейчас будут будьте рассматриваться любезны, дело. Документы отдайте водителю для кто начала. Кто вы такой, уважаемый? Я говорю, свидетель. Все, я вас услышал. Все, не мешайте, не задерживайте человека. Это вы его задерживаете, не я. Вы задерживаете уберите его. Транспортное средство для начала. Вот для отсюда. Начала документы верните. Это ваши документы? Процесс. Это его документы, вы не имеете права их у него можно забирать. Можно в руках подержать документы ваши? Вы ознакомились? Свидетель прав. Я, во-первых, еще раз говорю, я не пересекал сплошную, на перекрестке сплошной не было, это раз. На подъеме это не встречная полоса. Давайте вернемся, пройдемся пешком. И вы да я видел, вы не нарушали, я ехал. Смотрите, ну, я не по встречной. Смотрите, фура вот проехала, за перекрестком идет уже сплошная. Давайте, без эмоций, спокойно, не, сейчас ну так что? Вы нервы начинаете портить. Я вам не порчу. Да дайте документы, он ничего не нарушал. За что вы его задерживаете? Уважаемый, да, я уважаемый. Товарищ свидетель, будьте отойдите, документы. Пожалуйста. Отойдите, документы, пожалуйста, дайте мне с человеком пообщаться. Я не буду никуда отходить. Я вас попрошу вы сейчас раз, да два, вы можете потом просто что я вас отодвину. А попробуйте меня отодвинуть. Попробуйте. Я вам раз сказал, два будьте любезны, попробуйте. Попробуйте. Не-не, мы сейчас закончим диалог, а потом к вам вернемся. Эта полоса предназначена для поворота налево. Налево. Да я вам еще раз объясняю, он не двигался понимаете? По ней, он ехал прямо. У вас есть видеофиксация? Он не двигался по этой подождите, полосе. Держите, видеофиксацию держите, показывайте нет. И начинайте рассмотрение дела. Бурко. Вот здесь, наверху. На подъем. А можно вас попросить? Не, пока еще нельзя. Мы сейчас закончим нет, с водителем. Вы сейчас отпустите водителя, пусть человек едет. Я не пересекал, это раз. Он сказал... Слышно? Во-первых, не пересекал. Уже не прав. Согласны? Водитель, где вы закончили маневр? Да он ехал по прямой. У вас есть другие фактические данные? Я свидетель, я видел. У вас другие фактические данные есть? То, что вы мне предлагаете, я не пересекал. Это раз. Вам ничего не да он ехал прямо. Вы утверждаете, что я пересекал? Я вас спрашиваю, где вы закончили маневр? Да я вам еще прямо. Раз говорю, я не пересекал сплошную. Я отвечаю на тот вопрос, когда он сказал. Вы правы считаете? Все, я вам сказал. Сплошную я не пересекал. Все, и поворот налево не считает. Со встречной полосой. Это все поворот верно, налево. Верно. Все ну. Верно говорить. Если вы раньше маневр совершили, тогда это не было полосы для тогда за что вы его остановили? Если вот здесь вот. Вы за что тоже вы остановили? Это не нарушение. Это не нарушение абсолютно. Это не нарушение. Ну, составляйте нарушение. Составляйте. Я буду свидетелем. Ну, важно, то, что вы слышите. Понимаете? Водителя отпускайте отдыхать. Желайте счастливого пути. И разберемся с вами по вашему размещению.
какому размещению? По вашему здесь стационарному размещению. Пожалуйста, звоните, с водителем заканчивайте. В департамент, я сейчас позвоню, я уже мелко куда звоните, я уже здесь. Все, отпускайте хорошо. Водителя и будем мы решать по вам вопрос. Мы сейчас разберемся, если будет. Вы его задерживаете незаконно. Еще раз говорю. У вас есть видеофиксация? Конечно, если она будет. Показываю, что значит она будет. Она есть или нет? Фактические данные у вас есть? Я свидетель, я смотрите, есть фактические данные. Фиксация есть. Если там будут правонарушения, показывайте. Там будут рассматриваться. Показывайте. Я буду, во-первых, общаться что с человеком. Значит рассматривать? Вы сейчас в рамках чего общаетесь? Сейчас рамки рассмотрения административного дела. Вы уже его начали. Вы сейчас оцениваете все доказательства, в том числе и мои показания. Я вам его не показываю. Бурко. Понимаете? Мы здесь не рассматриваем. Если ее сейчас здесь не будет. Это сейчас что? Вы сейчас в процессе чего, Бурко? Отпускайте водителя, не, пожалуйста, не задерживайте водителя, пусть человек едет. Задерживать вас больше не будем. С этой полосы выезжать. Да он не нарушал, езжайте, с этой все нормально. Полосы вам ехать. Удачи нельзя. Вам, счастливо. И знаете, помните, что это настоящий разводил. Берегите свою жизнь, потому что из-за таких маневров. Нет, я чую, я всю жизнь водитель. Из-за таких маневров страдают невинные люди. Спасибо. Всего доброго. Из-за таких полицейских страдают водители на дороге. Расскажите, что? Пожалуйста, что вы здесь делаете? Что это за размещение патрульной полиции стационарно на трассе? Скажите мне, мы вернулись опять к пустовой системе? А вы видите пустовую систему? Вижу, конечно, вот она, пожалуйста. Классическая. Вот она, классическая. Вы как гражданин имеете право сообщить о том, вы знаете. Я как гражданин фамилию, имею право задать вам вопрос. Звание. Кто я вам вас сюда поставил? Я работаю на законных основаниях. Кто вас сюда поставил? Я нарушений никаких... Я вижу. Ничего не нарушаю. Я вижу ваше нарушение. Все, если вы кто видите, вас сюда поставил? Кто разместил? Вы имеете право сообщить об этом Бурко, моему руководству. Задача у меня выяснить, кто вас сюда поставил. Имя командира и все. Больше вопросов имя командира? Нет. Меня кто? Никто не ставил. Я сам себе командир. Бурко, мы еще не закончили. Я не говорю, закончили. Удостоверение ваше. Ваше? Я вам напишу сейчас заявление по этому поводу. И вы передадите. Вы думаете, что просто так я уеду или что? Я не могу понять. Вы в кустах стоите на трассе, как обычные старые гаишники. Документ. Вы тут быть не должны. Что такое, Владислав Сергеевич? Снимать не нужно. Что вы говорите? Снимать не нужно. Что вы говорите? Мне господин Геращенко лично разрешил снимать удостоверение полицейских. Пускай, есть вопросы? Пускаю вам господин Геращенко и показываю это удостоверение. Если у него а такое вы отказываетесь, есть. Да? Пожалуйста, смотрите. Я хочу снять его. Нет. Почему? Жетон, пожалуйста, почему снимайте. Вот мой жетон. Почему? Снимайте. Мне его. Господин Геращенко разрешил, сказать, что полицейское удостоверение можно снимать. Почему я не могу это сделать? Какой закон мне это запрещает, Бурко? Какой закон не запрещает снимать ваше удостоверение? Я вам обязан предъявить на ВМО. Предъявите, дайте я ознакомлюсь. Пожалуйста. Ну, только не вот так вот, как вы танцуете, а так, как я хочу ознакомиться. Снимать не нужно. Да я буду сам решать, говорить. Я вас не спрашиваю. Все, Бурко. Тогда вы не, что, вы не желаете ознакомиться. Я вам покажу. Я хочу ознакомиться. Смотрите. Я хочу заснять это. Смотрите. Инспектор Харьков. До 2020 года. Все листик, верно. Ручку, я пишу заявление, вы передаете одну практику и все. Пожалуйста. Поехали. Если есть такая возможность, без камер тут. Почему? Ну просто хочу с вами поговорить. Я видел много ваших видеороликов. Действительно, в некоторых я согласен. А сейчас вы не согласны по поводу Бурко? Не, ну между нами, мальчиками. Ну, по поводу. Я же вам еще раз говорю. Не, я ну от себя скажите. Я не снимаю, правильно? Не, да вы можете меня снимать, я не против. Я вам еще раз вы объясню. Не согласны, что вот так мы вот можем, полиция вот, не должна стоять? Объясните мне, пожалуйста. Мы можем с вами поговорить так, чтобы это было вот, без камер. О чем, ребята? О девчонках? Нет. О чем? Я не могу понять. О политической ситуации в стране? А я возмущен, потому что чем мне, вы... я вам объясню, вы потому возмущены? Что мне, мой министр МВД говорит, что я больше не увижу на трассах старых гаишников. По факту, что я вижу? Новую полицию на тех же самых местах, на тачках, которые мы купили для евро, которые вам дали, в полицию отдали, мы заплатили за эти тачки, они в итоге стоят в кустах, и вы по-прежнему бреете на ту же самую сплошную, на том же самом месте. Объясняю, где вы видите кусты? Вы помните, как стояли гаишники? Ребята, вообще? Вот так же, вот так они стояли, на этом же самом месте. На этом же я самом знаю, месте мы их фиксировали. Да, и вы ничем не отличаетесь сейчас от них. Ничем, я ребята. Я еще раз объясняю. Вы ездите по дорогам. Вот вы сейчас ехали да из Харькова сюда. Да не надо стоять, надо ездить. Вот я еду с Харькова сюда, в Писачине стоят. Долбят на посту, знак стоп выставили, долбят фуры, косят бабки. По Писачину едет патруль пирожок, останавливает, долбит, нюхает. Едучи дальше, 20 километров, стоят другие красавцы на новых тачках, точно так же, как старые гаишники. Что? Какой вывод я должен сделать? Ну, все, вы написали, да? Это не ваше, наверное. Ну, я передам. Автомобиль, убери. Значит, мне выехать. Выезжайте. Значит, уберите, пожалуйста, товарищ гражданин Украины, свой автомобиль гражданский. Не надо выехать как-то или нет? Скажите. Или вы считаете, что это правильно, вот вы стали так? Скажите, ожидайте, пожалуйста. Сейчас я закончу, выйдите. Скажите, пожалуйста. Ожидайте. Правильно?
Да. Спасибо большое. Мне фамилия, нарушайте. Пожалуйста. Вот я написал, вот. Все уже, держите, все есть. Здесь у меня фамилия? Вот есть, вот заявление. Вот здесь есть. Ниже, пожалуйста, да? Фамилия. Слушайте, я говорю, что заявление пишется в вольной форме. Вот раз моя фамилия, вот два моя фамилия. Мои данные есть в заявлении. Все, все, пожалуйста, принимайте и не стойте стационарно, патрулируйте. Задержим. Да, я уже наговорился с вами. Ну, реально наговорился. Уже нет. Вы сами остановились, всем. Ну, так я уже все, что хотел, я сделал. И написал заявление, и рассказал, и пояснил, и снял, и покажу. Все. На этом, я думаю, наш диалог можно заканчивать. Спасибо за содействие. А вы сейчас тоже будете нарушать? Если вы хотите это проверить, можете проходить со мной, я вас приглашаю. Нет, можете сесть говорю, рядом, я вас в Полтаве посажу. Нет, я имею в виду. Нет, меня в Полтаве сажать не надо. Вы сейчас как будете выезжать отсюда? Сейчас увидите, можете снимать на камеру. Если вас это не устроит, напишите постановление. Только, пожалуйста, отойдите, можно я уже поеду? Поедем. Спасибо. Это Александр.